Привет, друзья! Донецкие военнослужащие разработали самодельную установку для дистанционного управления ПТРК «Фагот». Установка имеет планку Пикатинни и телевизионный экран и может оснащаться тепловизором. Установку с ПТРК «Фагот» испытали на полигоне на дальности 700 метров. Цель располагалась на высоте 1 метр. Питание включил. Контроль напряжения. Есть. Норм. Взвел. Джойстик. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.